Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В Курске на предприятии по изготовлению резинотехнических изделий прошли плановые пожарно-тактические учения. По замыслу тренировки возгорание произошло в цехе по изготовлению полуфабриката для резиновой продукции. Единовременно на складе может находиться до 10 тонн таких заготовок. При горении данных веществ происходит большое количество выделения опасных продуктов для органов дыхания и зрения и большая теплоотдача. При возникновении пожара в данном цехе есть угроза распространения огня на соседние строения, в которых хранятся химикаты для производства. Всего их около 20 тонн. Все это в комплексе создает сложности при тушении реального пожара. В ходе учения были изучены источники противопожарного водоснабжения, пути подъезда и проезда по территории, а также возможности для маневрирования крупногабаритной пожарной техники. На территории расположены два резервуара с водой, оборудованные механизмами для ее забора пожарными автоцистернами и пожарный гидрант. Все строения оснащены системами и средствами пожаротушения. В учениях были задействованы 30 человек и 10 единиц техники, в том числе автолестница. На данный объект данного количества техники или частов достаточно для качественного тушения, локализации и тушения, прекращения горения на данном объекте. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.